три номинации. То есть три, но совершенно другие. Значит, все варганы – это авторские разработки, все очень интересные. И номинации три – это по звучанию. Низкий инструмент, среднего звучания и высокий. То есть, соответственно, были инструменты в ноте до, в ноте соль и в верхнем до. Вот вам три параметра, так скажем. Вот. И дальше у нас, конечно, была самая такая напряженная работа оценки, потому что, я сразу скажу, это было очень сложно. Это было вот реально, для меня это было прям какой-то кошмар, потому что все инструменты были хорошие. И то есть вот сказать, что ты там как-то, ну да, вот это вот что-то там такое похуже, вот, а это вот получше, но это, одним словом, это был выбор прям из хороших-хороших инструментов. Вот, что нам надо вот выбрать, тем не менее, нам нужно, надо это выбрать. Вот, если кто-то смотрит мои обзоры на YouTube, я там часто рассказываю о варганах новых мастеров и не новых мастеров, но одним словом, те, которые приходят значит, вот нам, в наш магазин, они, я такую фразу говорю, вот здесь такая хорошая геометрия язычка, там, значит, рамы и так далее. Вот я боюсь, что скоро я эту фразу не буду говорить, потому что все делают хорошую геометрию язычка, рамы и вообще полностью варган. Одним словом, вот этот конкурс показал, что уровень варганостроения у нас сейчас просто очень высокий. То есть вот действительно все мастера, кто присылал инструменты, это очень высококлассные инструменты. Они все классно звучали. Вот, то есть тут у нас был выбор среди очень хороших. Вот, то есть, да, а дальше, в общем, это такое, как вам сказать, наше личное ощущение, ну что вот это вот получше, это нам как-то так еще больше нравится, а это совсем вот мега хорошо. Вот. И в итоге у нас получились очень интересные результаты, которые нас самих прям поразили. Особенно если учесть, что мы оценивали их всех анонимно вообще-то, все эти варганы. То есть мастера заполняли такую длиннющую простыню, вот, в которой они прописывали все свои параметры и получали номер. И вот этот вот, значит, закодированный номер был их именем для нас. То есть мы видели только варган и данный номер. Вот. А когда потом это все сопоставили с именами, мы такие, о, как интересно. Ну, в общем, я сейчас всех затомила, да, совсем прям, чтобы уж вы почувствовали, насколько все это было сложно. А начинаю все равно с другого. А все-таки пришел к нам Дим Бабай, нет? Он сидит внизу. Вот ведь, а? Ладно, пусть сидит внизу. А именно, я хотела вот что сделать. Я хотела сказать, что у нас есть два мастера, кто не принял участие в этом конкурсе, но кто внес, на наш взгляд, и вносит, значит, колоссальный вклад в, вообще в развитие всей этой варганной темы в России. Вот. Это, собственно, Дима Бабай. Тут вот должен был выйти Дима, я должна была ему сказать: сейчас Дима, спасибо тебе большое за твою деятельность. Вот, потому что Дима, вот хотя бы даже этот фестиваль, он просто без него бы не существовал, потому что он 3 года прям пашет на нас, вот, совершенно не покладая, опять же, своих инструментов. То есть в этом году у него была экскурсия вообще к нему в мастерскую, и он сделал совершенно изумительный инструмент. Я так смотрю на Аксентия Бескровного, который этот инструмент захапал. А? Я, ты будешь, да, за него. Ну иди сюда, давай, иди. Оба инструмента неси с собой. А, второй-то у меня. Ну, принеси, пожалуйста, давай, мы поиграем. Потому что тогда... Сейчас, ты вообще-то чего-то там кому-то рассказываешь и показываешь, как это делается. Сделать такой инструмент с таким звуком, ну это просто надо вообще быть вот Димой Бабаевым. Да, мы его вдохновляли, да, всеми. Да, я понимаю, что просто он был вдохновлен очень сильно. Давайте я покажу, как это звучит. Поднимется до нас, я ему вручу грамоту и скажу спасибо. Вот. А еще один мастер тоже, кто, в принципе, мог бы принять, конечно, участие в этом конкурсе, но человек, который ничего не забывает, вообще ничего, никогда. Значит, куда я его положила? Аксентий, он ведь у меня, да? Ага, да, вот. Вот, значит, такая история, что Сергей Пыжов должен был принять участие тоже в нашем конкурсе, но по ряду обстоятельств у него не получилось это сделать. Вот. Но тем не менее он прислал вам инструмент. Инструмент, соответственно, в конкурсе не участвовал, вот, но он тоже совершенно прекрасный. И я хотела бы, во-первых, продемонстрировать этот варган. Вот он так выглядит.
вот Аксентий, который присутствовал при изготовлении этого инструмента, говорит, что Сережа пытался сделать как ему удобно, да, и не думал о том, какой это там форма какая-то, еще что-то. Он выглядит как прям реконструкторский инструмент. То есть вот он, ну, очень похожая форма, действительно. То есть какой-нибудь там находки 17 века русских варганов вполне себе похожи. А ведь пришел Дима, ладно, Дима, жди. Вот, очень похожая. Вот такой вот варган. Я сейчас тоже покажу, как он звучит. Аксентий или кто-нибудь, или я сама. Одним словом, Сереже тоже вручается благодарность от нашего фестиваля за вклад в развитие русского варгана. Вот. Дима, подойди, пожалуйста. Вот это вот тебе. Вот, спасибо большое. Подожди. Дима получает еще от нас вот такие вот подарки. Это тебе грамотно. О, спасибо. За то, что ты сделаешь для нашего фестиваля. Это тебе вкусный наш символ. Отлично. И это тебе такой вот подарок, как мастеру. Значит, мастер не должен быть без инструментов никогда и нигде, даже если это инструменты от голода нужно слопать. Вот, это значит, такие вот... Это очень ценный ресурс в моей мастерской. Это очень, я тоже так считаю. Ценнейший просто, да. А он шоколадный? Да, это шоколад. Это шоколадные, значит, инструменты. Тут у нас ножовка, из которой наверняка Дима сделает язычки для нашего органа. Шоколадный орган. И топор, которым он, собственно, вырубит эту, значит, эти язычки. Замечательно. Все на месте, да. Ну и ладно, давайте все-таки подходить теперь к нашему конкурсу. Значит, конкурс. Как я говорила, все так было для нас сложно. Так, настолько сложно, что я потеряла бумажечку. Да, с этим делом. Господи. Так, сейчас, две секундочки. Вот, ну, поехали. Значит, номинация. Номинация «Высокий варган». То есть «Высокий» — это верхнее до. Третье место. Роман Дорогов. Тоже получаешь от нашего фестиваля. Гранату я тебе в Москве задам. Вот. Значит, так. Дальше. В этой же номинации у нас... У нас. Вот. Второе место. Нет, давайте по-другому. Давайте сначала третье место. Тоже третье место в номинации... Средний. Средний теперь. Средний. Но, вот, да. Тут у нас получилось так, что мастер занял третье место в двух номинациях. И средний, и низкий варган. Это Сергей Летягин. Он находится... Варвара Летягина. Значит, тут у него прям сердце. Конечно, иди. У меня тем паче, что для него как раз есть уже подписанная грамота. Шоколадки мне. Да, иди сюда. На. Вот, ты будешь у нас заместителем Сергея Летягина. Тем более, куплено. Варвара Сергеевна. Вот, Варвара Сергеевна. Получает, значит, будет передавать, видимо. Вот, Сергею Летягину в город Нижний Тагил. Если я ничего не путаю. Да. Надеюсь, что нет. Вот, дальше. Второе место. В номинации... Номинации средний и высокий варган. То есть, видите как, у нас люди присылали много сразу инструментов, и поэтому занимали все вообще, что только можно. Значит так, средний и высокий варган. Сергей Дубовкин тут у нас. Тут, проходите. Бумажечки нету, но зато конфеточки есть. Спасибо. Бумажечки я вам потом пришлю. Хорошо, простите, вот у нас с грамотами получилось сложно, я вам ее потом обязательно пришлю. Все будет, грамоты будут. Так, ну и что же у нас получается? Значит, мы распределили почти всех слонов, да? А осталось у нас
осталось у нас. Второе место в номинации «Низкий варган». Значит так, номинация «Низкий варган», второе место — Александр Бородин. Значит, человек, который прислал 3 варгана и просто порвал этот конкурс, потому что он занял 1-е место во всех 3 номинациях. Ну, мы ничего не могли поделать, это действительно прекрасные инструменты. Это инструменты Олега Щепанова, которого здесь нет, но ему вот такой большой, большой вкусный приз. Здесь все инструменты, которые вообще нужны человеку. Топор, плоскогубцы, ножовка и молоток. А перфоратор? Ну, простите, еще перфоратор. А зачем варгановому мастеру перфоратор? В общем, это все уедет к Олегу Щепанову. Откуда он? Откуда он? Он из города. Лысьва. Лысьва. И, скорее всего, его фамилия читается как Щипанов. Спасибо. Я полагаю. А где это Лысьва? А где это Лысьва-то? Где? Лысьва — это Урал. Пермский край. Пермский край, Урал, да. В общем, вот. Аксентий, ты что-то скажешь или потом ты скажешь? Аксентий, ладно, это рояль в кустах. Он сидит там в кустах. Давай. Потом, да? Потом все. Дело в том, что Аксентий бескровный. Должен был быть тоже в жюри нашего этого конкурса прекрасного. Вот. Но так получилось, что он до нас не доехал. Но, тем не менее, он оценил варганы сам, самостоятельно, по собственному, значит, почину, и выбрал своего фаворита. Так что интрига сохраняется. Во время концерта он поиграет на этом инструменте и расскажет, значит, чей это инструмент. Ну, в смысле, нет, он не знает. Кстати, он до сих пор не знает, чей это инструмент. Вот. Это, да, это самое интересное. Ведь то есть у него... Мой. А? Сейчас. Нет. Подожди, не надо. Значит, все варганы вернутся мастерам, кроме тех, кто, в смысле, тех варганов, чьи мастера пожелали передать их в фонд, призовой фонд нашего фестиваля. И сейчас мы как раз их будем дарить.